Всем привет, друзья! Как всегда, с вами Александр. И сегодня я вам расскажу о новой коляске, которая появилась в ассортименте магазина «Первая коляска». Это колясочка от компании Tutis. Моделька называется Uno Plus. Сегодня мы будем ее изучать в варианте 2 в 1. Также можно докупить к ней автомобильную люльку, автокресло и сделать 3 в 1 комплектацию. Но сегодня смотрим просто колясочку. Смотрите, что насчет этой колясочки. Я сразу вначале хочу сказать, колясочка меня впечатлила своей ценой и то, что мы получаем взамен. Очень гуманная цена, ссылочка внизу в описании на магазин First Buggy, первая коляска, посмотрите. Предварительно посмотрите обзор и потом поймете, почему цена низкая. В общем, начнем изучать. Люлька здесь классическая. Вообще, эта коляска больше такой классикой отдает, потому что это большая, вседорожная, всепогодная колясочка, которая зимой хорошо будет согревать ребенка, потому что здесь все закрыто, не продувает, не промокает. Летом тоже все нормально, потому что очень хорошие ткани. Кстати, в люльке используется сам каркас снизу, да, основание снизу. Это термокот, они, по-моему, называют эту систему, если мне память не изменяет. Короче говоря, основание сделано из такого своего рода пенопласта. Он держит тепло, вот, поэтому снизу холодно ребенку не будет. Ну, естественно, вы еще конверт какой-нибудь будете использовать. В общем, с этим здесь все хорошо. Смотрите, размера здесь более чем достаточно. Козырек здесь просто здоровенный. В козырьке, если вдруг летом будете эксплуатировать, есть возможность на еще одну секцию. Давайте сразу покажу. Увеличить. Вот. И, соответственно, у нас от солнца закрываем лучше. И здесь у нас москитная сеточка, чтобы своего рода микроклимат создавать для ребеночка. И ветер у нас там гулял, и ребенку не было жарко. Закрываем сеточку. Сейчас она нам точно не понадобится. Вот, дополнительно козырек вот этот верхний. Можно его внутрь засовывать, если не нужно, можно высунуть. Смотрите, еще интересная фишечка запрятана здесь. Здесь очень качественная, приятная москитная сеточка, которая полностью вот покрывает всю эту часть. И летом где-то на природе, в частном секторе, в лесу, в парке, где угодно, где есть комарье, все это дело можно, соответственно, закрыть, и ребенка не покусают москиты. Все это прячется в специальный отсек, и никак оно не месит, ничего не мешает. Так, чтобы нам туда не задувало, смотрите, есть вот такой вот бортик, он здесь крепится очень легко, и отверстие для того, чтобы мы могли смотреть за ребенком, также есть. Это очень полезная фишка, потому что если бы ее не было, чтобы ребенку видеть, нужно все расстегивать туда, вот посмотреть. А так видим, что он, как он там, в каком настроении. В общем, все четко. Накидка на ножке, она здесь на замочке. Тоже легко все это делается. Матрасик. Вот, поэтому все нормально. Также можно у нас дополнительно приподнять стеночку, чтобы чуть-чуть подсадить ребеночка, когда он уже подрастет чуть-чуть. Знаете, не все дети любят потолок лежать смотреть. Вот подрастет, несколько месяцев будет. Можно чуть-чуть приподнять, чтобы он в таком полусидячем положении был. И материалы, кстати, внутри тоже очень приятные. Вообще вопросов нет. И вообще вот материалы, вот сразу говорю, вот материалы стоят дороже на самом деле. Вот эта ткань используется в более дорогих материалах. К ткани вообще претензий нет. В общем, вот, удивляет на самом деле этот бренд. Как он сейчас развивается активно и делает реально хорошее предложение. Комплектации, кстати, у нас очень богатая комплектация. Давайте я так быстренько вам скажу, что в нее входит. Здесь и подстаканник, ну, москитку я вам показал, дождевик, сумка тоже с дополнительными аксессуарами. Вот сумочка у нас тоже с такой же тканью. Ее можно вешать, можно так нести. Посмотрим, что внутри. Вот дождевик и подстаканник еще фирменный тоже будет идти в комплекте. В общем, все, что для жизни нужно, здесь есть. Единственное, в сумке нет термоотсека. Часто бывают термоотсеки, когда бутылочку нагрели, положили, и она там будет долго теплая. Здесь, к сожалению, такого я не наблюдаю. Вот ее можно вот так вот носить. В общем, в стороночку пока уберем. Смотрите, что касается ручки, давайте сразу о ручке вам скажу. Материал ручки здесь эко-кожа.
И нормальный такой диапазон регулировки. Для любого роста здесь, в принципе, можно подобрать высоту. Хоть очень маленький, хоть очень высокий человек. В общем, с этим вообще никаких проблем. Так, собственно, по люльке. Все, давайте я сейчас уберу, поставлю прогулочный блок. Здесь у нас пластиковое основание, поэтому можно смело ставить. Но снизу понятно, что пластик, но вот это все, вот это вот, обито эко-кожей. И ставьте аккуратно, чтобы не об асфальт, там еще что-то не покорябать. Не хватает ножек вот дополнительно. Так, транспортировать можно здесь вот за вот эту часть. Здесь есть удобная ручка. Так, давайте ставим прогулочный блок, посмотрим, что он из себя представляет. Он классический, он по ходу движения и против хода движения устанавливается. Это естественное дело для такого рода колясочек. Все поставили, накидка на ножки у нас идет хорошая, большая в комплекте. Вот, все нормально, причем она такая толстая, приятная. Вот, сам же блок. Начнем с козырька. Козырек большой, видите, прекрасно, он действительно большой. Также у нас есть здесь еще дополнительные секции, давайте посмотрим, что там внутри. Вот одна секция еще увеличивает. Ну, тут капец вообще, я не знаю, зачем прямо туда его класть. Ну, какой есть, плюс еще. Но здесь, наверное, уже лучше эту секцию закрывать, потому что он уже дальше не опускается, уже некуда опускаться. В общем, у нас вот дополнительные секции. Летом мы можем москитку оставлять, зимой или от солнца прячемся. Можно эту часть использовать, но можно и вообще не пользоваться, потому что действительно большой козырек и без этого. Ну зачем больше? Единственное, когда мы опустим ребенка поспать полностью. Сейчас. Все. Вот так, когда делаем, вот тогда нам уже понадобятся все эти козырьки. Потому что он полностью не покроет. Да, здесь получается, что вот так вот поднимаем, открываем секцию первую, например, где нет москитки, и еще вот так делаем. Получается, вот в таком варианте очень полезно. Все секции можно полностью все раскрыть. В общем, с козырьком тут все более чем хорошо. Козырьку претензий ноль, просто ноль. И что мне очень нравится, чтобы регулировать козырек, не нужно одновременно две кнопки по бокам называть. Нажимать только одну, с одной стороны красную. И не нужно вот двумя руками пыхтеть, в общем, все хорошо. Так, что касается сидения. Тут вообще, как по мне, каких-то нереальных размеров сидения. Но широченное, ну просто пипец. В любой одежде зимней любой ребенок поместится. И со стороны плечей места много. Высокая спинка, естественно, она жесткая. Подножка в эко-коже, чтобы легко можно было почистить. Что касается безопасности. Пятиточные ремни, накладочки мягкие. Здесь у нас есть перемычка. Если, например, не пристегнули, ребенок никуда не выскочит. Бампер же у нас... Вот так вот. Бампер у нас как калитка откидывается, поэтому посадить ребенка будет легко. И сам он тоже в эко-коже, в такой же, как ручка. Это, естественно, не натуральная кожа, а просто кожзам. Причем бампер очень мягкий. Ребенок, даже если захочет, биться будет головой, образ, естественно, он не ударится. Бампер, на самом деле, очень мягкий. Так, по большому счету, по прогулочному блоку разобрались. Все очень просто. Давайте теперь с вами немножечко изучим раму. Большой плюс этой колясочки — ее амортизация. Жесткость, кстати, амортизации регулируется. Вот здесь вот снизу есть переключатель дополнительный. Он зажимает немножечко пружины, делает ход амортизаторов короче, и она не такая мягкая становится. Потому что здесь действительно избыточная мягкость. Она прям, ну вот прям конкретно мягкая коляска. Она прям вот качается как по волнам. Короче говоря, амортизация тут самые придирчивые к этому делу останутся довольны. Здесь вообще никаких вопросов нет к этому делу. Так, что касается
рама, естественно, она металлическая, здесь все прекрасно в этом отношении. Сборка хорошая, передние колеса фиксируются, чтобы они не поворачивались. Где-то какое-то бездорожье нужно преодолеть, все это можно. Колеса полиуретановые, они не надувные, и поэтому эта вся конструкция достаточно легкая. Видите размер коляски, да? Она здоровая, полноразмерная коляска. А весит всего 12 килограмм, она весит с люлькой и 12,3 сиденьем. Она вот при своих габаритах имеет очень-очень легкий вес. Прям вообще. Так, тормоз. Не нужно ковырять обратной стороной обуви. Он очень легкий, видите, пальцем. Конструкция сделана хорошо. Из плюсов, которые бы я отметил, здесь вполне себе неплохой багажник. Багажник с возможностью все это дело закрыть. Накидали туда чего-то интересного, что не хотели бы, чтобы кто-то видел. И закрыли. Не проблема. Можно его как бы развернуть, откинуть, и все будет нормально. В общем, в целом, вот по конструкции, по багажнику, по колесам, по раме, я не знаю, к чему придраться, мне лично конструкция нравится. Учитывая стоимость, зайдите по ссылке, посмотрите, за эти деньги на текущий момент очень сложно что-то предложить вот такого функционального, достаточно качественного. Поэтому я и вот впечатлен этим моментом. Вот, по большому счету, все, что хотел вам рассказать, рассказал. Резюмирую, мое короткое мнение. В принципе, я уже несколько раз его назвал. Это соотношение цена-качество просто идеальное. Очень гуманная цена за то, что мы получаем. Мягкая амортизация, навала места, хорошие материалы. Хорошо подходят для зимы, хорошо подходят для лета. Комфорт для ребенка здесь 100% обеспечен максимально. Неплохой багажник. Ну, кому-то нравится закрытый, кому-то нет. Это индивидуально. Вот мое мнение. Поэтому я рекомендую эту колясочку, на нее обратить внимание. Очень рекомендую, если хотите купить максимально хорошую за максимально недорого. Поэтому ссылка внизу в описании. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора. Я уверен, что вы такое сделаете. Коляски для вашего ребенка. Всего доброго. До свидания.